У меня был такой случай, я когда интересовался православием, был в Сергиевой Посаде и увидел одного человека, заботящегося о всех. Он такой старенький, сидел, к нему люди вереницей подходили, и он давал им совет. Я тоже встал в очередь, но потом я не подошел. Знаете, в чем причина? А в том, что я не обладал верой. Я видел, у него такие глаза чистые, как у ребенка, добрые, светлые, и очень строгие. Когда я увидел, что они строгие, я понял, что он мне скажет то, во что я должен поверить. А если я не хочу ему верить, тогда нечего в очереди стоять. То есть он со мной поговорил раньше, чем я с ним начал общаться. И тогда я понял, что святые люди общаются только с теми, кто готов жить по-другому. А если не готов, тогда он не будет общаться просто. И не покажет себя. Понимаете, о чем я говорю?